Парни, если Шредер и Крэнк запустят технодром в этом измерении, это будет катастрофа! Не верю, что это говорю, но Бибоп и Рокстеди круто. Есть! Отлично! И вы, два тупоголовых гомункула, наверняка все провалите! Это не важно, Шредер. Ты! Надо что-то сделать, народ! Реально, йоу! Мы пытались вам дозвониться... Что за бред? Эдер, они же поведут в бой армию роботов Фуд. Они уничтожат любого, кто встанет у них на пути. Включая полупанцирных пай... А меня что, слишком много били по голове? Что это я вижу? Ты что, не помнишь, Кейси? Черепахи рассказывали об этих ребятах. Они из другого измерения. Япсов, запустить роботов! Это я хотел крикнуть! Запустить роботов! Эйприл? Кейси Джонс? Не может быть! Они же дети! Это Эйприл слишком молода, чтобы носить комбез. А ты... Какого? Ты хотя бы репортер? Что? Репортеры носят комбинезоны в ваших краях? Конечно! Что это за ненормальное измерение? Это просто безумие, ёп! Нужна ваша помощь, но ваши навыки огорчают. Вам надо научиться драться и хоть иногда пользоваться своим оружием. Стоп. Ух ты! Использовать оружие? Но если я начну махать мечом, я могу, правда, кого-то порезать. А это очень больно. Но зачем тогда тебе этот меч? Я! Ладно, ребята, перерыв. Думал, он никогда этого не скажет. Чтобы резать пиццу? Ну да, а вы вообще настоящие ниндзя? Перерыв на пиццу! Вы молодцы! Отлично! Это прогресс! Класс, чувак! Они безнадежны! Да ладно, когда... Щепки полетят, они справятся! Ты хоть знаешь, что значит эта фраза? Знаю, что-то такое про шашлык. О, спасибо, холодильная кошка. Этот вот твой. Ладно, это... Друг, это еще что? Это у Микки кошка-мутант из мороженого, йоу! Ух ты, это... Похоже, надолго. Йоу, босс чел! Что это за смешная древняя штуковина? Это место просто чумовое! Ничего себе! Это микрочип проекции переноса материи. И с ним мы сможем создать портал в измерении и привести армию для завоевания. Ого! А вот это... Что такое? Познакомьтесь с Чомпи. Этого мира. Ну где нам найти эту технологию, товарищ Крэнк? На одном из секретных складов сил защиты Земли. Вот где. Это детеныш инопланетной черепахи. Ого, это параллельное измерение очень отличается. Но...
Thank you.